Калинок. Ё-моё. Короче, в белорусских лесах на Буслесновском полигоне проходит ралли Баха. Главная дорога. Это один из сложных участков, трамплин. Вчера все машины ехали в обратную, то есть ну, в одну сторону, сегодня они едут в другую сторону. Но вчера туда вниз не прыгали, очень большая гора туда вниз. Сегодня им разрешили прыгать, сняли знак, наверное, предупреждающий, и с этого трамплина они прыгают. Я вам покажу видео, как они здесь летают. А еще интересный момент, вот эти запчасти. Вот после прыжков приземляются одни амортизаторы. Вот вы видите амортизатор, оборванные кольца с двух сторон. Он горячий, я до него не могу дотронуться. Он только что был оборван при прыжке вот с этого вот трамплина. Вырвалось все, две стороны, высыпались вон резинки, кольца и все, что можно. Вот так вот. Это не такой-то и простой трамплинчик, как всем кажется. Сейчас буду вставлять кусочки видео, как отсюда взлетали. Предположительно, это либо... О, да. Предположительно, либо, гран... либо Чироки черный, либо Исузу Трупер. Потому что Исузу Трупер приземлился очень жестко, взлетел высоко и жестко приземлился с ударом. Но удар не видно. Амортизаторы нашли через 20 метров. Чироки вообще прыгал тут, все увидите. То есть место очень экстремальное. Кстати, покажу вниз, сейчас пройдусь вниз. Значит, они взлетают, прыгают и уходят вот на тот поворот. Ну, здесь ничего экстремального, кроме вот этого трамплина. Сейчас покажу, как они взлетают и откуда они взлетают. Итак, опа, вот этот трамплин. И вот дорога пошла вниз. Не знаю, покажет ли видео, какой тут уклон. Кажется, что небольшой. Но перепад высот метров 7, я так думаю. Вот так будет, наверное, виднее, да? Метров 7 перепад высот. И дальше уходит дорога вниз. То есть довольно экстремально. Находиться здесь вблизи тоже опасно. Камни летят во все стороны. Вот. Вот это полет! Вот это полет! Так, продолжаем. Сейчас будет следующая машина. Ждем. Офигеть! Вот это номер, так могут доехать одни запчасти. Так, после трамплина, после прыжка из трамплина, не знаю с какой машины, но вот амортизаторы чьи-то. Вот так вот. А, не взяться, горячий. Ну-ка, в сторонку пока, чтобы фоткай, чтобы не переехал. Слышишь, у кого-то повырывало амортизаторы. О, резинки по всей дороге. Валяются резинки от амортизаторов. Капец. Это какая-то из последних машин. Вот такие тут прыжки совершаются. Ой, еще. Короче, пусть лежит, остывает. Я до него не дотронуться. Он горячий. Ау, ё-моё. Пусть остывает. Вот мы собираем запчасти. Так, еще один несется. Отчаянный парень. Слышим рев машины. Итак, следующая машина. Не знаю, взлетит или нет. Сейчас вы это увидите в прямом эфире. Этот прыжок. Борт 28. Это борт 28. Нет, он не прыгнул. Оп. Ha ha.